Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео хочу вам рассказать про то, что как можно нафармить себе ускорение на лечение. Причем фармится очень легко и можно за сутки нафармить там, блин, очень-очень-очень много ускоров. Ну а прежде чем продолжить, давайте спустимся под видео, нажмем красную кнопочку подписаться, а также колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Видео на данном канале выходит довольно-таки часто. Также в ближайшее время расскажу вам про метеорит эволюции. Ну что же, давайте перейдем к нашему фарму именно ускоров на лечение армии. Как это все делать и все остальное. Если у вас на сервере не так много игроков, либо все альянсы улетели, допустим, на пустошь, на остров, и нету игроков практически. Точнее, чтобы начать фармить, вам необходимо будет ваш альянс поделить на пару групп, либо несколько игроков. Сделать так, чтобы они вышли основными, такие сильные, мощные игроки вышли из альянса чисто на время битвы королей. Потому что весь фарм вот этих ускоров идет во время битвы королей. Расскажу именно также про отряд, какими отрядами лучше всего ходить и все остальное. Так, все, вышло у нас пару игроков, сильных таких, хорошеньких. Ну, может даже побольше, чтобы побольше было. Если у вас несколько альянсов, то это еще лучше, потому, допустим, один альянс на другой альянс будет биться. И все в таком роде. Но у нас вышел один игрок, чтобы его быстро не обнулять. Точнее, не его, а его отряд на бешеном огурце. Мы сделали следующее. Всем альянсам зашли в нашу мутированную флору. В мутированной флоре сняли все клетки, сняли все гены. Ну, также и бактерии. Также еще поснимали в бассейне усовершенствование солдат. Абсолютно все. В наших повадках мы играем, я играю на захватчике. В захватчике я убрал все атакующие повадки и поставил скорость похода, чтобы на бесплодной земле скорость похода была чуть больше и побыстрее они передвигались. Тем самым я ослабил в минимум свой отряд. Он у меня слабенький, если я буду нападать, я буду терять все войска. Следующее, что необходимо, также по отряду чуть попозже расскажу. Как видите, я уже небольшое количество убил. Точнее, в лечебный бассейн отправил. Это буквально несколько атак. Как мы видим, если мы нажимаем лечить, у нас один день 8 часов. За то, что вот я сейчас вылечил во время этого события, потрачу ускорение на один день. Как вы видите, взамен по окончанию, как захватим дерево, я получу в 3 с чем-то там небольших раз больше всего. Точнее, не больше всего, а в 3 с небольшим больше ускоров. Это получается не один день и 8 часов, а приблизительно 4 дня я получу ускорение. Взамен на потраченный один день. По поводу отряда также, чтобы ослабить полностью все, еще про войска также расскажу, какие лучше всего отправлять в бассейн. Чтобы ослабить, я также убрал всех диких, чтобы от дикого не было никакого бонуса. Именно по спецам дальше идем. Спецов всех подобрал тех. Это у нас идут по классу войска. И чтобы наши муравьи не совпадали с классом войска именно нашего отряда. Получается, вот Атрокс он стрелок, к нему я поставил охрану. Ну, либо также можно носителей.
Также к носителю спецу поставил стрелков. Можно либо охрану, либо стрелков. И так далее в каждом отряде сделал. Наибольшее количество ускоров, точнее, быстрее фармить ускоры, это на наших Т-10 войсках. Почему я не использую модернизированные? Модернизированные войска, допустим, там сколько у нас идет? Ну, допустим, 100 тысяч войск возьмем. Модернизированных 100 тысяч будет лечиться приблизительно там 5-6 часов. А если 100 тысяч убить немодернизированных, обычных наших Т-10, 100 тысяч, то они будут лечиться день-два, а то и больше. Поэтому лучше всего это использовать немодернизированные войска. Да, по поводу фарма, самое главное, чуть не забыл, как именно это делаем. Переходим на карту нашу. И как видим, вот наш один из сильных неплохих игроков вышел из альянса специально, чтобы помочь нафармить ускоров. Он отправил в огурцы основной отряд, а мы все дружненько ходим на него и разбиваемся, чтобы все наши войска попадали в больничку. За то, что мы тратим ускорение на лечение, нам возвращаются в 3 с небольшим раза больше во время битвы королей. Сейчас покажу скриншоты с прошлого раза, сколько у меня было ускорений и сколько мне получилось нафармить за это количество. Перед началом битвы королей, как я начал фармить ускоры, я специально сделал скриншот. Это скриншоты будут за прошлую битву королей. У меня было 3320 часовых ускоров. И по окончанию я потратил абсолютно все эти ускоры, и по окончанию получил вот такое вот количество ускоров. Что же, ребят, вот такое вот у нас получилось видео по фарму ускорений. Кому понравилось, ставьте лайки, также пишите комментарии, про что вам интересно, про что вам рассказать. Это всегда сделаю, помогу, расскажу. На каждый комментарий я читаю, отвечаю. Ну, либо просто помечаю, чтобы вы видели то, что я этот комментарий прочитал. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем спасибо, всем до новых встреч.